Сегодня нас пригласили, значит, на очередной круглый стол в Государственную Думу. И мы хотим донести здесь информацию о том, что у нас сейчас происходит с малым и средним бизнесом на территории Калужской области. Малый бизнес в различных формах – это основа безопасности нашего государства. Самозанятость населения – первая причина устойчивости государства, когда людям не нужно обращать внимание на государство, они не потребляют от государства ресурсы, они ему их только дают. И я бы хотел донести именно до парламентариев, может быть, для них это будет важно, что борьба с малым бизнесом – это сродни, собственно говоря, экономической диверсии, которую мы видели в начале 90-х годов, когда разрушали нашу экономику. Сегодня то, что происходит в Калуге, наверняка происходит в Москве, в других регионах России, попытка уничтожения малого бизнеса, разрушение экономических устоев Российской Федерации.